Что вам помогает проснуться по утрам? Чашка чая, стакан воды, аромат кофе? С древних времен считается одним из лучших способов пробуждения стакан чистой воды, выпитый натощак. Вода активизирует нервную систему, улучшает самочувствие. А кроме того, стакан чистой воды помогает запустить работу желудочно-кишечного тракта и вывести из организма все лишнее. Индусы, когда занимались йогой, рекомендовали, чтобы пробудить свой желудочно-кишечный тракт, нужно выпить стакан воды. Но для заболеваний желудочно-кишечного тракта вода тоже должна быть разной. Если пациент страдает неустойчивым стулом, вода должна быть прохладной, либо теплой, в зависимости от того, какой характер стула у пациента. В стакан воды, который вы выпиваете по утрам натощак, также можно добавить чайную ложку меда. Когда мед попадает в желудочно-кишечный тракт, он уже в себе содержит ферментативные вещества, и тем самым быстрее метаболизируется, быстрее усваивается, не нарушая обмен жиров, и обеспечивает достаточно высоким энергетическим запасом организм, и поэтому обладает таким эффектом якобы для снижения веса. Но надо помнить, что при этом тоже должна быть определенная мера, не больше 2 чайных ложек в сутки, для того, чтобы и использовать его как средство для похудания.